Thank you.
Европе на запад им забирают с рук. Как ты, друг, поднял планку, сузился круг, да ладно. Друг познается, когда на юге вдруг станет прохладно. Улица мама. Хороший результат. Так, берем дротики. Следующий участник. Вас зовут Александр. Очень серьезный молодой человек. Запишите, пожалуйста. Пожалуйста. 17. 4. 8. Отличный результат. Отличный результат. Пожалуйста, забирайте дротики ваши. У нас как бы самообслуживание, понимаете? Так, вот она линия. Оп. О, 15! Сейчас, подожди. 15 плюс 15. Тебя как зовут? Илья. 15 плюс 15. Просто порвал. Порвал. И что там еще? 3! Пожалуйста. Второй круг. Сейчас будем складывать. 33, Леонид, родни! Ну что, давай. И... Не, ну допустим, ладно. Шанс все равно есть, там много цифр. Спасибо. 18! 20! Не, ну прям аплодисменты, друзья. Прям он сегодня первый, который в двадцаточку попал. 19! Ты, вы профессиональный? Да. Нет? 13! 7! 7! Так, второй круг закончился. А, еще один участник, точно. Держите.
испытываете мое терпение. Это очень долго. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот это подготовка к футбольной школе. Да? Отжиматься, реально. Чего ему? Как они отжимаются, жопой кверху. Жопой кверху. Жопой кверху не надо, поняли? Нормально делаю. Раз, два. Жопа, так и я мог постоять. Раз, два. Я не помню, может, вы забыли, что вы за динамики 10 тысяч стоит отжимаете. Можете нормально отжиматься. Раз, два. На радугу, ее будет выиграть. Раз, два. Аплодисменты, красавчик, дай пожму руку. Вышел, это не значит победил. Помню, ладно? Раз, два. Сразу два. Нет, зачем? Давайте на выносливость. Погнали, пацаны. То ли что-то такие люди собрать. Давай. Раз. О! Тём, а ты где? Пацан, держись! Пацан, там маленький, держись! Аплодисменты! Два! Макс, я не оставлю тебя без подарка, как минимум. Вот это на твой будущий велосипед 100% понадобится. Динамики от компании Pride, дай твою мужскую руку. Аплодисменты еще раз! Красавчик! Вот тут, конечно, блин, непонятно. Один уже размялся днем, другой со спортзала приперся. Как с вами быть, я не очень знаю. Давай, знаешь как, пацаны, полтора. Нет, ага. Да. Миша, Миша. А кто Миша из вас? Два. Да ёлки зеленые. Не работает, да? Так, давай, Серёга. Раз, два, раз, два. Да больно одинаково все происходит. Ну, тренер, ел бамбуковую палку, пожалуйста. Первое место, друзья, у нас вообще привело все это кучка. Вы получаете 500 гуглеров от компании Pride, динамики от компании AMB, динамики от Альфарта, набор от G-Taylor, шумоизоляция от комфорт-мата, от ауродинамики, с ума сойти, ауродинамики, AMB усилители. Так, все, я свое отработал, рекламу, давай тоже. И в этом году мы увидим первых призеров. Так, мы сделаем репост. Спасибо. Значит так, у нас по нашей доброй традиции. Давай сюда, это что? А, да. По нам только лишь местом. Я обожаю этот класс. Это очень сложный класс. Друзья, класс называется Best of the Best, что означает самая громкая машина, самый громкий участник по сумме всех баллов. То есть мы считаем и фронт, и тыл, и сам. И я не скажу, что тут первое место. Самым громким на формате чемпионата России топ-баттл нашего фестиваля становится Силин Александр! Аплодисменты! Саня, ты красава! Давай! Это все благодаря моей команде и нашему капитану. Давай, ребят, покричим что-нибудь там. Финал окончен! Друзья, я вас всех обожаю, жду в следующем году. Наша команда ждет каждого в следующем году. Пилите результаты, приезжайте.
Я лечу найти чем-нибудь значительным, чем-нибудь таким, к чему не подобрать ключи. Тем, от чего заболеешь, и не спасут врачи. Не надо особых причин. Помню чину, и чему меня учитель учил. Делай рыбчину так же, как делаешь тричи. Почива, смарчива, это лучший чил. Мою уличный стиль не только для прокачки.